Насколько закономерен, по-вашему, результат матча? На мой взгляд, абсолютно не закономерен. Почему? Потому что все-таки тот гол, который мы пропустили, это индивидуальная ошибка футболиста одного, который не смог перестроиться и подстраховать ту зону, которая это необходима. Ну, за исключением там в первом тайме момента у команд хозяев, особо я не припомню, чтобы они имели какие-то возможности для взятия ворот. Ну, в отличие от них, я думаю, что мы сегодня наиграли все-таки как минимум на ничью, но большое количество голевых ситуаций, которые создали у ворот соперника, не смогли реализовать. Ну, отсюда результат, к сожалению, неудовлетворительный для нас.